с наших призов от торговой марки «Стопудо». Начнем мы, пожалуй, с стульчика. Стульчики – вещь нужная. Предлагается интересная моделька, которая может быть и табурета, и с печкой. Стулы и стульчики. Их у нас три штучки. Сейчас мы… Вот наши чеки. Сейчас мы это дело помешаем хорошо. Помешаем и вытащим несколько покупочек, но на сумму 200 гривен. Давай! Победителем стала Наталья Гринцова. Не присутствует сейчас здесь Наталья Гринцова. Мы обязательно позвоним. Она у нас владелец одного случая. Это руки? Нет. Так, разыгрываем дальше. Разыгрываем еще наши стульчики удобные. Хочешь вытащить чек? Боишься? Да. Я боюсь. Давай. Помешай хорошо. Помешай так, отличненько. Вытаскивай какой-то. Тащи. Вот этот. Давай вот это. Попова ОН. Нет Поповой ОН? Нет. Есть Попова ОН. Отличненько. Стульчик отправляется вам. Вот даже запакованный вам. Спасибо большое. Спасибо. Кушайте наши пирожные. Удачи вам. Да. Так, а у нас остался третий. Что-то ты хочешь и ты попробуй. Тёма, Тёма, куда, куда? Тихо. Оп. Вот это? Да. Тёма, положи этот чек. Так. Долуда А.Н. Вот это. Вот это Долуда А.Н? Да. Да. А вот это Т. Ну, сначала даем стульчики, потом даем гамачки. Мы все всем даем. Да. Спасибо вам большое. Кушайте наши призы. Вот проверяйте, а какой у вас? Ну, 91. Мы же просто наших покупателей знаем в лицо. А, так мы знакомы. Так, со стульчиками мы разобрались. Остался у нас лицо. Теперь нужно определиться с владельцем таких чудесных красочных гамачков. Гамачки у нас... Как тебя зовут? Вадик, твоей счастливой рукой доставай два чека. Давай. Ну ты помешай сверху. Вот. Так. Молодец. Значит... Вот эти. Сейчас разберемся. Крищенко. Вот это...
шикарная вещь отправляется к вам. У нас там есть коробочка. Мы можем. Но я надеюсь, что вы будете слышать о нем продукцию вредных продуктов на магазине. Поэтому торговая марка «Супруга» всем желает прекрасного лета. Да. Да нормально, это не хорошее. Девочки, а сейчас другая рука у меня. Желаем вам приятного отдыха и, конечно, приятного аппетита с торговой маркой «Супруга». Участвуйте в нашем розыгрыше. Спасибо большое.